говорят. Всем привет! Всем привет! С вами Татьяна и мое семейство на канале «Секреты жизни на даче». Все семейство в куче ждет пасхального пирога. Кулича. Ну, не важно. Я так специально сказала. Вот испекли сегодня чистый четверг. Сегодня моют, убирают и готовят. Покрасили яйца. Испекли вот такие куличи, показываем вам. Обычно вот такая вот форма магазинная, бумажная. Все получилось красиво, разными посыпками. И вот дети уже сидят, ждут. Поесть. Да, уже снять пробу. Поэтому тесто немножко осталось. Мы вот в такой вот страшной кастрюле. Испекли вот такой красивый кулич из последнего теста. Вот сейчас мы его и разрежем и угостим своих любимых деток. И вам покажем. Кому интересно, что и как, пишите в комментариях, мы вам ответим. А вообще, рецепт выложим под видео. Под видео, да. Яйца покрасили. Покусать. Сейчас, Лешенька. Яйца покрасили луковой шелухой, ничем не заморачивались, прям насыпали шелухи. Мама, убери кастрюльку, он сядет. Он еще горячий. Сейчас Лиза уберет. Вот, сейчас покажем вам. Ой, горячий, ой, какой красивый. С изюмом, с цукатами. Ой, а запах? Запах на весь дом. Вот. Да, ням-няма, красочана. Сейчас, Лешенька, сейчас сначала супчик покушает, потом пирожок ням-няма. Вот такая вот у нас подготовка к Пасхе. Куличи не освещали, яйца тоже, в церковь ходить нельзя. Ну, немножечко щипани чуть-чуть. Попробуй, скажи нам, вкусно? И Степа, иди и ты тоже. Горячий, горячий. Иди скорее. О, все, попробуй. Но тут и изюмчик. Ой, как вкусно пахнет. Ой, как вкусно. А как красиво. Покажи еще раз. Так что, друзья, всех вас угощаем. Всех вас приглашаем к себе на Пасху. Пробуйте с нами наши куличи. Пеките себе тоже. Если что-то интересное, спрашивайте. Но вообще тесто, которое выложим под видео, печем уже не первый, на лет 5. Я уже пеку именно по этому рецепту. И всегда обалденные куличи. Никогда не сравнились бы с покупными. Ну, понятное дело. Выпечка своя вообще лучше покупной, естественно. Ой, ну у него даже тесто такое вкусное. Ах, горячее. Вкусненько. Класс. Ну все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.